Слав, ну, тяжелый выдался матч для вас. ТМК все-таки более мастеровитее, нежели вчерашний соперник ваш. Скажу так, что да, игра интересная, тяжелая была. Играли с очень хорошим соперником, который представляет Лигу А, идет в лидерах. Но было приятно с ними играть. Боевая игра, ну, боевая игра сложилась. Ну, сегодня они выиграли, они идут дальше. Мы им желаем удачи и надеюсь, что нашу республику не представят, ну, представят на высшем уровне. Если говорить по поводу по результату матча и по поводу игры в целом, мне кажется, счет не совсем по игре. Ну, счет на табло, как говорится. Да, ну, допустили ошибки, но это наши ошибки. Будем работать над этим, на ошибках учиться. Ну, счет есть счет. 5-1, мы проиграли. Все, команда дальше, темка идет. А после счета 1-1, когда вы сравняли, показалось, что вы на кураже понесетесь и как минимум за счет скорости, быстроты игроков вашей атакующей линии вы сможете еще забить. Да, мы планировали, но допустили ошибку, которая привела к голу. И потом второй залетел уже в догонку. Скажу, что третий гол нас добил уже. И думаю, что мы опустили руки и все. И потом и вратаря их сбил. Ну, ничего страшного. Идем дальше, впереди чемпионат. Всем нашим командам, кто будет представлять республику, желаем удачи, успехов и надеюсь, что кубок останется в Тирасполе. Спасибо.